указ президента України про присвоєння звання Герой України за геройський подвиг в ім'я життя нинішніх і прийдешніх поколінь, особисту мужність і самопожертву, виявлені в ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно Лиличенку Олександру Григоровичу, заступнику начальника електричного цеху Чорнобильської АЕС, президент України Віктор Ющенко. Нагорода вручається Олені Олександрівні Лиличенко, дочці Героя України. Если бы заместитель начальника электроцеха Александр Лиличенко не откачал водород из корпусов генераторов, да и другие энергетики ценой своей жизни не дали аварии перекинуться на другие блоки, было бы куда хуже. Из интервью бывшего директора ЧАЭС Виктора Брюханова. А Лиличенко вспоминает те, кто работал с ним. Александр Григорьевич был моим заместителем по эксплуатации второй очереди, то есть сферу его работы находился злополучно этот четвертый блок. До этого он прошел все ступени, естественно, образование соответствующее было базовое, даже двое, неудавшаяся военная, как известно, профессия, затем политехнический институт и работа на нашей станции. В части его личности, конечно, вот Бога был электрик. Человек трудолюбивый. Но вот он пытался все-таки убедить человека, убедить любой ценой. Люди всякие попадались там, и нерадивые. Доказать, это у него как-то получалось. Дипломат был неплохой. И специалист, что нередко это не получается. Саша всегда, во-первых, пунктуально всего было. Во-вторых, он никогда не сердился. Ну, да. По крайней мере, я этого не замечал никогда, чтобы он был сердитый. Значит, тут еще другая такая. Коля, подожди. Улыбочка его была замечательная. Да. Он, вот какая-то у него такая была именно... чисто такая человеческая, значит, свойство доброжелательности. Мне кажется, к любому он так думал. Да? Меня как начальника, мы никогда с ним не... Тем более никогда не ругались, никогда он меня... Ну, приходил иногда с предложением, для всего, давайте, значит... То-то сделаем. Ничего не предвещало беды. Казалось бы, мы на холостом ходу уже испытали. Все рекомендации выполнены. Осталось под нагрузкой. Смена была подготовлена. Люди пришли. Возглавлял это вот как раз Александр Григорьевич Лиличенко. Участвовали там не только оперативный персонал, а и с релейной службы. Я где-то до часа там читал книгу, потом лег спать. И в районе где-нибудь 1:35, 26 ночи, сплошной звонок телефона. Ну, это циркулярная стойка, дежурная телефонистка, руководитель всех обзванивает там 3 раза по контуру. Я уже понял, что что-то не лады. Поднимаю трубку, там записано на магнитофоне, что авария на 4-м блоке. Блок идет на остановку, что там может быть. Ну, положил трубку, там кратко. Авария на 4-м, дальше пошла. Я набираю... Телефон центрального счета второго, начальник смены отвечает. Говорю, а Лиличенко далеко? Да нет, рядом, дай трубку. Он мне докладывает.
значит, выезжай быстрее сюда. Тяжелейшее положение. Рабочего питания нет, резервного питания нет, дизеля запустились, работают. Значит, технологи требуют подать немедленно воду в аппарат. Это правильно, некоторые не понимают, что надо теплосъем снимать с аппарата, там таблетка от урана до под 3000 градусов греется. Значит, все плавится, там нужно подать. Ну, потом, когда разобрались, там уже все было разрушено, лили ту воду. Значит, тоже в некоторой степени недоработка проектная. Все кабельные коммуникации, в том числе 6 кВ, это на каждый блок 3000 километров кабеля. 4 блока. Сплошное здание. И вся эта вода, естественно, на минусовые отметки уходит. И все залило. Заливает все это дело. Неплотности, которые... Конечно же, имеются, вода проникает, вода контурная. Понятно, что там с ней не работать, это сжечь людей и так далее. Система тяжелая. И тем не менее, вот эти люди, значит, работали таким образом, я уже вчера говорил об этом, что третий рядом блок, а контурная вода аж до первого прошла, я вам скажу, 6,4,2 минуса. Значит, тем не менее, и первая очередь, первый второго блока, я имею в виду, обеспечивали все это, настраивали откачные системы, гномы переносные, дабы как-то спасать положение, и держали все три блока. Утром третий блок отключили, а первый, второй только через сутки. И по команде диспетчер небе еще работали. Значит, в этой части сработали безукоризненно. Ехали мы вдоль Ару. Вдоль Ару ехали. Ну и когда на мост поднялись, это точка выше, малиновое зарево, Чугунов рядом со мной сидел. Я тоже понял, конечно, но он начальник реакторного цеха, правда, в первую очередь, он все понял, труба дела. Раскрыта. Центральный зал, он же, так сказать, от непогоды главным образом. Наука рассчитывает, что при взрыве под 600 атмосфер давление, да более того, 3000 тонн еле на крышку выбросило, то представлять нужно, какое там давление. И мы приехали, заезжаем сразу в убежище первое, заходим. Мы доложили, естественно, Брюханов был. Мы прибыли, я сказал директору, что, значит, у меня проблемы с рабочим и резервным питанием, я побежал по месту. Там у нас была комната инженеры электроцеха. Я пришел с Николаем Васильевичем Гриценко, ну, электрики все знают его. Это был у нас мастер, который потом лежал в Москве в клинике. Я говорю: Саша, как это произошло? Он говорит: ты знаешь, говорит, я был на БЧУ, когда, говорит, Кирилюк сказал, что реактор набирает аварийную мощность. И, говорит, я по телевизору увидел, как, говорит, вот эта глыба металла поднялась, и она рванула. И в тот момент я понял, что мои мальчики, это его подчиненные, это я запомнил на всю жизнь, потому что я же не зря сюда приехал, за столько километров. И он сказал: мои мальчики там остались. И он туда побежал и их вытягивал, чтобы оттуда они уходили. Вот это последнее, что я Сашу помню. И только 30-го, я помню, лютого Михаила, замглавного инженера, насильно практически посадили его в машину. Ну, я скажу, что он так и смеется, вроде так, убеждение. Хотя мы видим, что это однажды предел этому кончится. Еле посадили на рафик и вот его отправили туда. Ну, увы. Я думаю, если бы каким-то образом все-таки он не сбежал с медсанчасти и в 6-ю клинику Москвы, я думаю, его бы там
спасли. Поля, в которых он был, там где-то уже я проанализировал, на электролиз, наверное, не ходил. Но они в районе 200 рентген там были. Сколько он там был, трудно сказать, конечно. Я все-таки думаю, если бы он в Москву, то вот мы более были бы понастойчивее. И он как-то поответственный. Он уже понял, Николай говорит, Гуменюк, который он тоже да, сбагрили. Мне там тоже легкие отрезали, кстати, в этой, на Ломоносова. Наверное, все-таки там они опыт громадный имеют. Это Гуськова, академики. Ну вот, не судьба. Я Сашу бачив, може бути і останнім, бачив його в живих. Справа в тому, що ми лежали в лікарні разом. От, і ми, ну, до мене, ми, палати були рядом, і до мене підійшли хлопці, говорять, тебе, говорить, Ліченко хоче бачити. От, я до нього підійшов в палату, ми з ним говорили, і після цього його забрали в реанімацію. І після цього вже його в живих вже, ну, мабуть, вже ніхто й не бачив. Справа в тому, що він мені сказав, от такі слова, я запомнив, що він мені сказав. Він сказав, Коля, якщо буде все нормально, якщо ви сюди всі уйдете, хлопці, він сказав так, скажи хлопцям, хай себе бережуть. Хай бережуть себе, тому що життя дано одне і треба якось жити. Чоловік 140 там нас лежало, от, і всі вийшли живими, да, всі вийшли живими. Цей один помер у нас там, Саша Ліченко. Він уїжджав 30-го, ну, лицо, ну, здорового чоловіка, правда, от це, і він такий, я як посмотрів на нього, літ на 20 він став постарів, от як Ющенко зараз, так сказати, ну, тяжела картина, ми його забрали, Київенерго нам тоже пробить транспорт, там пропускает. Київенерго помогло нам все-таки. Я скажу, что пол рентгена, когда замерили, от него светило, от трупа, пол рентгена. Пытание случайно. Что-то там есть. Мне посчастливилось работать с Александром Григорьевичем более 10 лет. Человек этот был предельно ответственный, профессионал и порядочный. С такими, как говорят военные, можно всегда без колебаний идти в разведку. Так сказал Олег Ильиченко, начальник электроцеха «Зиненко». На встрече со школьниками Новоореховской школы, носящей имя Александра Григорьевича Ильиченко. Школьники и преподаватели подготовили для гостей из Чернобыльской атомной станции литературно-музыкальную композицию «Памяти героя». Чи чуєш ти, світе, як гірко ридає полин, як тяжко, як тужно моєму народу болить, як плачуть поляни, хворіють нас діти, а душі, як рани. Чи чуєш ти, світе? Республік Лаличенко був нагороджений орденом Леніна,
найвищою тоді нагородою України – посмертно. Пізніше президент Леонід Кучма нагородив Олександра Григоровича орденом за мужність – посмертно. А до 20-річчя трагедії на Чорнобильській атомній електростанції Олександру Григоровичу Лиличенку присвоєно звання Героя України. Лиличенко – перший работник ЧАЕС, достойний этого звання посмертно. 20 років минуло з того часу, коли сталася ця страшна катастрофа. Но та пам'ять про товаришів, які поклали своє життя, щоб зменшити масштаби цієї аварії, ми завжди їх пам'ятаємо. Ми приїжджаємо з вами сюди до вас до школи. Я сподіваюся, покажете нам музей, розкажете ще раз. І я зараз хочу, отут ведуча дуже гарне слово сказала, коли Олександр Григорович Лиличенко називав хлопчики мої. Значить, я хочу зараз вам до вашої уваги сказати, що два таких хлопчика, які були в ту зміну, слава Богу, тут з нами. Ми приїжджаємо сюди помінути вашого земляка. Три самі високі награди. Посмертно. Как жаль. Ну так распорядила жизнь. Шановні учні. Шановні працівники школи, вчителі, я в тому році виступав і говорив ці слова. Я не забув, які я слова говорив, які я слова зараз говорю. Ви вступаєте лише ще тільки в життя. Вам ще дуже-дуже довго жити і багато хороших справ творити. Але я хочу ще раз наголосити, віддавайте належне своїм друзям, віддавайте належне своїм колегам. Віддавайте належне своїм знайомим, як віддають оці люди, які до нас приїхали. 18 років вони відвідують нашу школу, вони відвідують могилу Олександра Григоровича Лиличенка, могилу свого товариша, могилу свого колеги по роботі, могилу свого друга. Спасибі вам. Приїжджайте до нас, ми вас чекаємо. Будемо жити. Умирати 100 крат. А дай мені боль і розлуки, дай мені руку, чорнобильський брат, і да будуть гарячими руки. Будем жить, будуть діти рости. Наша радость сквозь горіч полині, Боже правий, прости нас, прости. І спаси, если можеш спаси, крест чужой виглачи і полині. Электроцех ЧАЕС шествует над этой школой и уже давно. И каждый год привозят подарки. В этот раз 12 лучших учеников школы получили подарки и конверты с финансовой поддержкой. Для школы привезли сувениры и кубки, а также спортивную форму для баскетбольной и футбольной команды. В школе чтят память своего земляка Александра Григорьевича Лиличенко. И в школьном музее собраны его фотографии, документы, а экскурсию проводят сами школьники. После посещения музея ученики школы, ветераны и работники ЧАЭС посадили деревья для организации аллеи памяти героев Чернобыля. А 7 мая делегация ЧАЭС побывала в селе Степное, что в Полтавской области. Возложили цветы к могиле Лиличенко и, как водится по славянской традиции, помянули героя. Я пропоную вшанувати память нашего товарища хвилиною мовчання. Многие ветераны электроцеха не видели друг друга несколько лет, поэтому воспоминания о тех тяжелых апрельских днях были естественны и логичны. Не трудно.
Я первый раз здесь. Перед глазами. Там померла Ере, когда я видел первый раз. Он был веселый. Я говорю, я еще удивился, говорю, Саша, ты что, говорю, ты что, это, почему ты не поехал? А, что там делать, я здоровый. И веселый такой, значит, смеется. Мы обнялись, потом пошли в санчасть, поговорили, посидели на кровати. Вы знаете, вот, в моей памяти он как живой. Вот, и, скажем так, вот, это очень сложно и, наверное, очень трудно ответить. Вот, он вроде бы как с нами. Тут собрались те люди, которые его прекрасно знали. Я его, например, вот они же эксплуатация, а я был в ремонтной службе. Я Сашу знал больше после работы. И мы, вот, это такая доброта была. Мы всегда встречались на спортивных майданчиках. Встретили мы здесь и тех двух, как говорил Лиличенко, ребят, оставшихся в живых после той страшной ночной смены. Ну, если говорить о персонале смены, то, в общем-то, тут, скажем так, выполняли все свои обязанности, и тут вопросов не было, а он не должен был, в общем-то, выполнять эти функции, но молодым нашим монтёрам считал необходимым, так сказать, оказать помощь. Тем более, что электролизная – это была его детище. Вот он там с ними занимался переводом на, ну, остановкой, переводом на азот электролизной установки. Вообще в голове умещался масштаб? То есть нет. Вот... нет, конечно. Это больше того, как бы авария, ну, она не то чтобы обычная, значит, ну, но стандартная. Да, мы занимались устранением последствий в своей сфере. Да, и плюс обслуживали, так скажем, заявки технологов. Там какой-то механизм нужно было, там, схему собрать, разобрать, вывести, ввести. Ну, масштабы, конечно же, мы не представляли. И больше того, когда с электролиза вернулся монтёр и сказал, что там во дворе графит лежит, я доложил об этом начальнику смены станции Рогожкин. Значит, он сказал, не выдумывайте, это не графит, это битум, да, с кровли. Вот. С вашей точки зрения, Дятлов тоже не понимал тогда объема? Думаю, что в первый момент не понимал. Думаю, что нет, только когда уже, наверное, так сказать, обследовали помещение реакторное и так далее. Наверное, тогда только уже какое-то понимание пришло. Хотя и после смены, значит, мы проезжали... Ну, вы же с обратной стороны. С обратной стороны, да, и видели вот всю эту картину, то, да, говорили, что это вот, значит, ну, одна из версий была, скажем, рабочих, взрыв баллонов САОР. То есть, вот, и... То есть и наконец смены, скажем так, во всяком случае у большинства персонала, да, картины точно не было. Есть еще такая легенда, что пожара как такового тоже не было. Ну, скажем так, сигнализация у нас работала. Насосы мы запустились на автоматике, Юрий Иванович отключил там два, как положено было по инструкции. И они у нас работали, собственно говоря, всю смену. И я запросил начальника смены, ну, молотит, и, то есть воду качает, куда качает, непонятно. Он сказал, пусть качает, оставляю его. Но пожара как такового я не видел. Пожар был на кровле. Пожарные тушили на кровле. Ну, кроме всего, там же графит же был, какая температура. То есть у них без... они практически поливали графит. Затушили. Кроме того, все было возгорание в районе Маслобаков, что довольно опасно. И кто-то, я уже вот не помню, из наших демов помогал турбинистам тушить в районе пожар, возгорание в районе масляных баков. Кстати, тоже штука очень неприятная. Не дай бог бы эти баки бы рванули, то было бы, конечно...
Вот. Ну, вот так вот. То есть посылали мы своих старших демов в демо посмотреть пристанционную узел, потому что сработала вся пожарная сигнал, что могла, вот это все. Я, наверное, минут 20 только Александр Григорьевич заскочил. Ну что, Юра, мучаешься? Я говорю, вот эти все тумблеры отключить, потому что, чтобы оно... Вот. И поэтому посылали... Я уже не помню, кто из ребят бегал, смотрели пристанционный узел, потому что раз отключился вторая система машин, то у нас что-то... Ходил Макаревич осматривать. Да, они смотрели, что просто оборваны вот эти пусками бетона, оборваны провода, сработала защита, на то, пристанционном узле пожара нет. Вот считается, что наши атомщики, ну, в том числе электрики, они более, ну, что, скажем, информированные, более импровизированные относительно американцев. Американцы работают чисто по инструкции. Ну, условно говоря, написано это, бежим туда. Не написано, не делаем это. Вот с вашей точки зрения, случись такая авария на атомной станции американской, какие были бы последствия? Инструкции у нас были, мы работали по инструкциям. Другой вопрос, что никакая инструкция не может предусмотреть всех деталей как каждой конкретной ситуации. Поэтому, конечно же, нужно было принимать какие-то решения. Смогли бы, скажем, или стали бы американские коллеги, так как Лиличенко, скажем, заниматься не своими непосредственными, так скажем, обязанностями, оказывать помощь коллегам, или как тот же Баранов, который на четвертом блоке переводил машину. То есть машину. Он работал на третьем блоке, но я его встретил в Марзале и попросил, значит, заняться, поскольку персонал четвертого блока был занят другими вопросами. Ну, трудно сказать, мы там не работали. Понимаете, у нас было понятие максимально проектная авария по инструкции. Это максимальная проектная авария была порыв главного трубопровода или трубопровода. Вот это была максимальная проектная авария, которая предусматривалась. То есть выше ничего не могло быть. И, кстати, еще много лет после Чернобыльской МПА максимально проектная авария была вот эта. И на Запорожской мы приезжали. То есть все то же самое. Такого ситуации не предусматривалось. То есть делалось то, что можно. Что-то отключилось, можно восстановить. Вот. Восстановили резервное питание, пришли, несли Ильченко, Сонок Викторович, пришли, подключили. Что-то где-то там. То есть тот переводил РПЕ на РУ, тот, значит, еще что. Тут осматривали тоннели, тут осматривали пристанционный узел, тут что-то разбирали, тут помогали тушить, тут бегали в распредустройство, там загорались трансформаторы, освещение, тоже надо было тушить. То есть разбирали схемы. Ну, вот такое. То есть, скажем... Потом еще тут же в связи с этими испытаниями у нас же, кроме смены, было еще много людей дополнительно. Поэтому тоже их нужно было, ну, найти, выяснить, что с ними, где, вывести из зоны. То есть, ну, забот, в общем-то, хватало. Йодную профилактику провести. Как выяснилось, на всех не хватает, потому что запас, который у нас был рассчитан только на смену. А и смена была расширена, и... То есть мы все выпили, Александр Викторович пришел, ему уже нет. Так он йод смешал с водой. Ну, обыкновенный йод с водой и выпил. Пришлось же сначала вот тех людей, которые были там, провести им профилактику и вывели их из зоны. А потом уже, так сказать, когда из запасов там станционных поднесли уже, уже тогда пришлось самим. Вот, ну, вопросов было много, и творчество, скажем так, и приходилось. Вы же несли. Да, и приходилось, пришлось выносить. Все пролеты, вот это не... Выносить, да, пострадавшего. Вот, ну, да, который умер потом. Вот они его несли на больнице. Вот один на носилках, наши электрики. Николай Петрович Гуменюк. Уже 31 год работает на ЧАЭС. Срок достойный для книги рекордов Гиннесса. Вспоминает о 26 апреля, немного волнуясь. Что залишилось в памяти? Залишилось в памяти те, що зразу ми не знали, що трапилось. Що трапилось, таке було відчуття, що в Марзалі появилась пара. І таке відчуття, що вроді як
ну, як сказати, я сам, питательний насос зарвався. Ну, от, отаке було, таке відчуття. І ще одне, що люди, які хотіли позвонити додому, щось сказати, зв'язку вже, зв'язку не було. Видать, ну, я не знаю, по яких там каналам, по що, цей зв'язок, який був, його відключили. Мабуть, там якісь по якимось каналам зв'язок був, а такого зв'язку нормального вже не було. І ще то, що я хочу сказати, що ті масштаби, які ми вже побачили, як їхали вже додому, коли побачили от це розірване, от це, ну, все, нас везли, обично нас везли, ну, з роботи біля ОРУ, а цей раз нас повезли коло стройбази отсюди, ну, через цю, з обратної сторони, да, повезли, і от ми побачили це все. І коли ми приїхали в Прип'ять, місто жило. Розумієте, це була субота, це було з п'ятниці на суботу. І люди йшли на ринок. Ви знаєте, де у нас ринок був? Ну, от, йшли на ринок, везли дітей в колясках. Навіть я до одної жіночки підійшов, так сказав, верніться, будь ласка, додому, ну, не ходіть. Ну, тоді ще нічого не сказали, а вже машини працювали, вже поливали. Поливали, да, вже місто поливали, от, дороги поливали. І саме таке, значить, як ми вже на другий день, ну, ми ж робили посмінно, і вже на другий день із нуля знову на роботу їхали, вже по цій трасі, де нас везли на роботу візля ОРУ, от, і ми побачили оце сяйво. От, коли напроти ОРУ розрушений цей реактор, ми побачили, ви знаєте, такий... такий, як сказати, колір, як колір сказати, світло-розово-голубий. Цвітуща сирінь. Отакої, да. І навіть от були такі розмови в автобусі, давайте зупинимося і подивимося. От, навіть такі були. От, а потім, ну, другі люди сказали, давайте бистренько проїжджаємо. І так ми от зміну прийняли, і ще працювали, і все прочі. Ну, що вже масштаби розрухи і масштаби оцеї аварії вже почали трошки ми розуміти після зміни вже, після зміни. То, що ми побачили, ми тоді вже почали ці масштаби вже розуміти. Щось тут не так, як воно є на самому, да, на самому ділі. Но, тем не менее, вы вышли на работу на следующий день. А, не, ну... ну я вот о чем. Ну як можна не вийти на роботу? Ну як можна не вийти на роботу? Є графік, є зміна, виходиш на роботу. Це ще, ми вийшли ще на роботу, це ми працювали із п'ятниці на суботу, а потім ще вийшли із суботи на неділю на роботу, а вже тільки в неділю наші сім'ї евакували. И самый коварный вопрос, на который существует две версии ответов. Одна, в частности, директора Чернобыльской атомной Брюханова, что эксперимент, проведенный 26 апреля на ЧАЭС, проводились и ранее. А другая версия, что подобные эксперименты ранее нигде не проводились. Пытались до того провести, там не получилось что-то, насколько я знаю, не проводились таких. Ну, что-то в холостую было, выбег генератора, пробовали просто в холостую, а так, чтобы вот так, ну, скажем, до конца, впервые. Не-не-не, то есть... Еще была легенда о том, что якобы на Ленинградской подобные эксперименты проводились, либо планировался его проводить. Ну, планировались. Они планировались в разных местах, но, насколько я знаю, до вот этого не проводились нигде. Конечно, заслуживает особого внимания и воспоминания орденоносца, человека, работавшего на ЧАЭС 1976 года, начальник электроцеха в том злополучном 1986 году Андрея Трофимовича Зиненко. Я считаю, на 99% никакого пожара не было. Так что тут можно судить, вообще говоря, к телятнику руководителя отнести, что достаточно был подготовлен персонал для использования их в ядерных установках. Можно и так. А вам обидно вообще, что первый герой Украины получился только сейчас? Среди работников Чернобыльской атомной станции? Ну, в этой связи, да. Что первый получился... Хотя они, наверное, сделали, вот смена и ваша, и остальные ребята, оперативники, наверное, сделали не меньше, чем те же, что вам пожарные. Просто им повезло, наверное, и
Ну, больше да. Их осталось живых. Видите, те, кто позволено оценивает нашу работу, они руководствовались иными соображениями. Ну, насчет конструктивных, то ясно дело, после того, как этой ценой мы поимели, где-то около 30 мероприятий было выполнено. И уже при подобном развитии аварии в этом сценарии, естественно, это исключено. Ну, мы же тогда, наверное, читали, Ярошинская писала там, вот, вроде как, не знаю, настолько это достоверно, секретное протокол, заседание Политбюро, где там на Мешкова наезжали, там, а он говорит, а что вы хотели, если любой ценой ядерно-ракетный щит должен быть. И они почему вцепили за закрытие нашей станции? Потому что аппарат был двойного назначения. Значит, мы оружейный плутоний должны быть. И я прекрасно знаю, когда нас заставили сразу после аварии обеспечить сигнализацию охранную по продвижению топлива, где транспортировка топлива, чтобы они контролировали. Сделали таким образом, что персонал Чернобыльской АЭС единственный виноват в том, что произошло, и поэтому героев среди него нет и быть не может. Есть просто люди, которые как бы исправляют сделанное. Якобы свои ошибки. Я правильно поняла твой вопрос? Да. Получается, что так. Но в то время нужно было кого-то найти. Что-то добавить невозможно. Увы, так встречается в жизни, что в сложных ситуациях проще не разобраться, а найти стрелочника или стрелочников, крайних. Они потом всю жизнь будут оправдываться. Еще мы обратили внимание на надпись на маленькой табличке рядом с могилой Лиличенко. Благодаря тебе многие из нас остались живы. Прости нас, Саша, что не уберегли тебя. Коллектив ЧАЭС. 18 лет ежегодно, 7 мая, мы находимся здесь. Руководители электроцеха, как и нашей страны, меняются. Традиция была, есть, и я пообещал вчера, вы присутствовали на этом митинге в школе. Я пообещал, я гарантировал, что будет Николай Андреевич Бондарь начальником цеха. Он уйдет, придет другой начальник цеха, но эта традиция будет продолжаться. Мы уже начали привлекать сюда молодежь, потому что вы видели сегодня, это ветераны электроцеха были. А мы привозим сюда уже молодежь, работников электроцеха, передавать вот эти традиции и так далее. И я уверен, что вот эта традиция будет всегда.